Капризы погоды внесли коррективы в цены на самые популярные у населения овощи, выращиваемые в еврейской автономии. Из-за пониженных температур в начале лета и затянувшихся дождей урожайные дни наступили для фермеров позднее, чем в прошлом году. В этом году у нас, получается, лето, май, июнь были очень холодные. Все у нас задерживается, вся продукция. В том году, конечно, уже все раньше. Пошли помидоры, огурцы. Ну вот огурцы сейчас только пошли. Как у нас погода повлияла? Я выращиваю в грунте. Кто в теплицах выращивает, конечно, оно не так влияет, как в грунте. То есть холодно, дожди пошли, огурца мало. Вот сейчас погода была благоприятная, много огурца, мы сразу цены сбавили. Еще пару дней назад ценник на огурцы на городском рынке Биробиджана составлял около 250 рублей за килограмм. С наступлением солнечных дней урожай пошел, и покупатели отмечают значительное снижение их стоимости. Предполагаю, что огурцы были 200 рублей кучка, а перед этим еще дороже, да? Я считаю, что 150 – нормальная цена. Я вчера на Авито смотрела, 120 рублей килограмм огурцов. Повлияла непогода и на урожай одного из самых популярных овощей – картофеля. Сильно поменялись, да. Вначале картошка была молодая – 200-250. Сейчас уже можно купить 50-40, не стандарт – 30. По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю в ЕАО опять ожидаются дожди, а скоро сезон сбора помидоров. И динамика цен на них, скорее всего, также будет зависеть от погодных условий. Покупать можно и овощи, привезенные из других регионов или стран. Но большинство биробиджанцев все же предпочитают продукцию, выращенную в еврейской автономии. Никита Натапов, Кирилл Богаченко, Новости 21.